Здравствуйте, мои дорогие! Я дед Еремей. Сегодня у нас на календаре 12 декабря. И многие из вас отмечают День Ангела. Это день памяти святого, имя которого было дано христианину при крещении. Поздравляем с именинами Филумена. Это имя имеет древнегреческое происхождение и означает «любимый». Небесным покровителем его является мученик Филумен Анкирский. В III веке от Рождества Христова в городе Анкиры жил христианин по имени Филумен. Дело его жизни была хлебная торговля. С утра и до самой ночи он продавал горожанам хлеб, а нищих угощал бесплатно. Народ полюбил мужчину. От этого торговля только росла. Однако нажил Филумен себе и врагов, которые, подавшись зависти, донесли на него правителю Феликсу, мол, зажиточный купец проповедует христианскую веру. По приказу императора святого арестовали и привели на суд. Перед правителем Филумен не испугался и с еще большей силой стал прославлять Христа. Тогда мученика подвергли жестоким истязаниям, а затем бросили в огонь. Но по Божьей благодати святой Филумен вышел из пламени совершенно невредимым. Правда, чудо это мучителей не остановило. Жгучая ярость разгорелась в мучителях, и они, еще более ожесточившись, вбили мученику гвозди в руки, в ноги, даже в голову. Да заставили ходить. Аж 40 верст прошел святой Филумен, мужественно претерпевая такую пытку, и скончался от потери крови, предав свою чистую душу Господу Богу. А еще своими молитвами к небесным заступникам мы поздравляем Парамона, Нектария и Сергея. Не забудьте посетить храм, а если возможно, то и причаститься. С Днем Ангела вас, мои дорогие! Пусть все святые молят Бога о нас. Да хранит вас Господь!